17-я школа, 29 марта, 23-й год. Вот получается, вот здесь вот парковка для машин. Вот, вот вход. И что тут творится? Плачевная история. Это уже подсохло. А что было, это был ад. Просим это заметить и сделать нам тротуар до школы. Вход с другой стороны. Вот. Здесь могут встать только две машины. Все. Остальное только место на дороге. Естественно, это очень будет затормаживать движение. Это вообще небезопасно, так скажем. И нам территориально неудобно с этого входа заезжать, заходить, и машину ставить некуда. Просим сделать тот вход, потому что нам сказали, если мы будем возмущаться, то тот вход закроют, и мы будем ходить через этот вход. Вот очередной наш третий вход, выход, вернее, со школы. Дети, получается, ходят вот таким путем. Это третий вход. На одном ходе там на лодке надо плыть, там вода. И вот такие вот у нас входы.